И всем привет, с меня Александр Сучков, и в этом видеоролике, ребята, наконец-то, подпишитесь сначала на мой канал Нубас, а теперь, наконец-то я дошел до 30 ранга в Warface. Итак, давайте мы посмотрим, что нам дадут. Написано: поздравляем, вы получили особое вознаграждение. В общем, там для профи что-то такое. Достигните следующего ранга, чтобы получить следующий бонус. Бонус. Тем лучше награда. Круто. Ладно. Содержимое коробки определяется случайным образом. То есть нам может выпасть все, что угодно. Давненько я про это не снимал. Играл я только что в рейтинговый матч. И вдруг, наконец-то, за целый день игры я получил 30 ранг. Да. Не раунд, точно. Нажимаем ОК. И мы получаем... Да. Сиг 551. На 7 дней. Получаем знак возвращения на 6 раз. Это офигенно. Ну вот и все. Все, что я вам сегодня хотел показать. То есть вот мой рейтинговый. В общем, моя рейтинговая штука. Я сейчас занимаю 16 место. Это довольно-таки круто. И я думаю, что... Да, здесь тоже можно получить... Так, здесь, да, тоже можно все получить. Да, это круто. Да уж. Ладно, все. Вы посмотрели, вам, наверное, понравилось. Также можно посмотреть то, что у меня 14 тысяч уже долларов. Это я заработал за один день игры. То есть я их не тратил. И вот за один день игры я получил. В общем, вот так вот я играю в Warface. В общем, всем приятного просмотра следующих моих видеороликов. Ну и всем спасибо за просмотр. С вами я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Всем удачи.